вот в Индии по-своему решают проблемы с погодой. Сколько не целуй красотку, не превратится. В индийском штате Ассам прошла торжественная церемония, там поженили лягушек. Так местные жители решили умилостивить бога дождя. Кстати, давно не было дождей, солнце пожгло весь урожай, но жители верят, если умилостивить бога Баруна, который отвечает за осадки, жизнь точно наладится. Тучи покроют небо и начнется ливень. Правда, пока прогноз погоды говорит об обратном. Интересно, поможет ли магия лягушек, которые теперь в официальном Ираке?